Друзья, всем привет! Сегодня я вам покажу, как исправить нерабочие ссылки в Телеграме. Под этим видео в описании я оставлю эту инструкцию. Вы можете спокойно все повторить сами и исправить ваши ссылки. Так, давайте быстро показываю, как это делается. А это делается очень просто. Зайдете на свою Telegram, либо вы, я надеюсь, вы помните свою ссылку. Если у вас есть хоть какой-то подход к нему, тогда зайдете на свой Telegram, либо чат, я буду показывать на примере своего. И смотрите, отсюда можете взять ссылку ТМ. Копируете. Я показываю просто пару ресурсов, я нашел, я их оставлю в описании. Я вообще-то загуглил, первый взял. Вот смотрите. Сюда нажимаете, ставить. И видите, он вам дает новую ссылку. После этого вы можете эту ссылку поставить под своими видео, делиться с друзьями, и они могут спокойно войти в ваш Telegram. Еще есть такие ресурсы. Точно такой же принцип. Что нажимаете сюда. Я даже не знаю, попробую сейчас. Что нажимаете и получаете новый адрес. Видите, он поменялся на телеклик. Ну и точно так же, естественно, на этом ресурсе. Видите, поменял. Делите своими друзьями и спокойно можете пользоваться Телеграмом. Что, надеюсь, это видео было вам полезно. Если был, делитесь с друзьями, поставьте лайк. И с вами был Роланд Морозов. Всем пока!